12 лет лишения свободы грозит бывшему заместителю начальника исправительной колонии номер 3 в Новочебоксарске. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве. По версии следствия, 16 февраля прошлого года, чтобы приукрасить действительное положение дел, обвиняемый сокрыл факт причинения одним осужденным, отбывающим наказание в указанной колонии, другому травмы глаза, которая квалифицируется как причинившая легкий вред здоровью. Угрожая созданием неблагоприятных условий отбывания наказания без законных на то оснований, сотрудник колонии потребовал от пострадавшего не обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, а вместо этого принял от него объяснение, что повреждение глаза он получил по собственной невнимательности в результате падения. Кроме того, с апреля по август прошлого года сотрудник колонии получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 207 тысяч рублей от местного жителя за пронос на территорию указанного исправительного учреждения через контрольно-пропускной пункт и передачу еще одному осужденному для последующего сбыта среди других лиц, отбывающих там наказание, 174-сотовых телефонов. В отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу, максимальное наказание по статье, по которой его обвиняют, 12 лет лишения свободы.